Всем привет! Сегодня я вам в этом видеоролике покажу, как поменять себе аватарку в Shadow Fight 2. Ну и что, приступим. Вот, смотрите, у меня Shadow Fight 2. Заходим в него. И видим. Вот, сейчас я прогружу его. Интернет мне не надо. Ну, прогружайся. Вот, да, Shadow Fight 2. Конечно, у меня мод на Титаном. Все, давай, так, давай начнем, давай. На-на-на. Вот, да? Мы зашли в сам Shadow Fight. Теперь нажимаем сюда. Вот, нажали. И вот таким вот у нас образом например, на вдову зайдем. Ну, на любого, чтобы проверить. Смотрите, у меня сейчас никакой нету аватарки. Это не подстанова, да, тень. Вот. Все, вы все увидели. Теперь смотрите, нам надо программу Photo Editor. Ну, типа, вы все видите? Вот эту вот программку. Вот эту. Сейчас, подождите. Так, удалить ярлик. Сейчас я заново поставлю. Давай. Так, заходим в нее. Можете в Play Market ее скачать. Ой, сейчас, подождите, я выйду. Вот. У нас есть вот такая вот менюшка. Вот вы там скачали какую-то картинку. Ну, я как создам. Вы можете с галереи выбрать. Ну, я как создам лучше. Вам надо 320. Если у вас там больше, вы теряете вот здесь. И поищите там 320. Ну, я лучше ее с галереи выберу. Давайте вот эту Гренни. Вот, да. Теперь нам надо обрезка СВО. Вот, и нам надо вот такой вот кружочек. Вот такой, где у нас синенькая. Теперь берем все вот это. И вот так все выбираем картинку, которую нам граната. Давай за Гренни я буду. Бабку Гренни давай беру. А теперь нажимаем на вот эту сверху правом углу вергом. Вот эту синюю такую галочку. Все. А теперь нажимаем на размер. И нам надо 320. Если у вас здесь нету 320, нажимайте на эту, как его, карандашик нажимаете, а теперь пишите 320. И все. А здесь вы можете не писать, видите, вот так, 320. А теперь применить, вот. А теперь нажимаете на вот эту опять синюю галочку вверху. Вот, а теперь нажимаем еще раз. Только там уже стрелочка вниз. И вот, нажимаем на PNG. Вот. Вот, все у нас загрузилось. А у вас все будет на этой странице. Вам надо перейти на эту страницу. И нажимаем сохранить на ZD. Теперь это все стираем. И пишем аватар. Ну, вы можете, смотрите, аватар, ставите точку, аватар. А теперь смотрите, я такой беру, сейчас где у меня вот эта точка, и пишу просто себе легкощеру. Вот, и нажимаем сохранить. У вас может быть, там у вас уже файл такой существует с таким названием. Вы нажимаете на галочку перезаписать и нажимаете применить. Все, у нас все сохранилось. Теперь выходим. Нам надо бы Root Explorers. Но я как буду через S-проводник. S-проводник у меня нету. Сейчас я его скачаю, ребят. Сейчас я включу, когда скачу. Вот, ребят, я уже его почти скачал, когда скачается, то включу. О, вот, ребят, уже он скачался, нажимаем так открыть. Ну, кого-то может уже быть, его там разрешение нажимаем, разрешить на своем устройстве. Если у вас такое есть, типа, спрашивание перед началом запуска приложения, так, вперед. Теперь все, давайте, нажимаем Internal Storage. Все, вот, давайте, например, сюда зайдем. И нажимаем локальное хранилище, домашняя страница, домашняя папка нажимаем. И вот, у нас, видите, аватар Shadow, вот этот Гренни. Нам надо папка AZ Shadow Fight 768, Image Users Image. Давайте я их удалю. Вот, смотрите. Удалить, все.
все удаляем. И все. Нажимаем на три точечки. Создать. Папка. Имиджи. Имиджи. И создать папку. Users. In Imiджи. Имиджи. Вот. Теперь 15:36. И по тому же самому процессу проходим. Папку Имиджи. Так, заходим Имиджи. Так, создать. Папка. Users. Есть. И теперь создать. Имиджи. И... Ой, какие... Имиджи. Вот. А теперь вот это аватар share берем и копируем. Assets, 700 images, users, images вставить. Все. И опять по тому же самому процессу берем, копировать. И assets, 15 images, users, images вставляем. И все. Проблем никаких нет. Просто заходим ко мне в Shadow Fight 2. Все, заходим мы как в Shadow Fight 2. И потом на следующем видео... Все, ребят, я включился, он уже у меня сработал. Теперь заходим в менюшку. А теперь заходим на саму карту. Да, давайте опять на вдове проверим. А мы можем на другое. Вот, да, берем. И посмотрите на наш фокус. И мы играем за Грэнни. Вот. Мы играем за Грэнни. И все, ребят, тем, кому поставил, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, ну как вам сработало. На всех, по-моему, сработало. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.